Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу обзор из каталога 6 и в конце покажу подарочек-сюрприз, который пришел. Как вы видите, я заказала вот такие пакетики Avon брендированные. Это средний размер, тут 5 штук, не буду заострять внимание. Покажу следующие продукты. Итак, вот такой кремчик для лица, рук и тела. 400 мл для сухой и очень сухой кожи. У меня такой уже был раньше. Понравился. Также распробовали его мои клиенты, знакомые. С удовольствием его приобретают, когда заканчивается. Запах, аромат такой вот сладковатый, свежий какао, приятный, очень хорошо питает, смягчает кожу. И даже некоторые брали его летом в отпуск, когда чувствовали, что солнышко немножко, ну, такие воспаления появлялись. Ну, не ожог, естественно, а просто когда перезагорал человек, то спасались именно вот таким вот кремом с маслом какао. Так что баночка очень хорошая, объемчиком 400 мл, можно сказать, для всей семьи. Вот такой крем многофункциональный для лица, рук и тела, для сухой кожи. Относительно недавняя новинка. По аромату он нейтральный, свежий, именно вот напоминает линейку кремов, ну, таких как Nivea, Dove, чем-то такой вот нейтральный, приятный аромат. Брала знакомая у меня, которая любит именно вот такой вот с какао, и этот кремушек ей очень понравился. Она даже такой ранее заказывала несколько каталогов назад и подарила своей знакомой. А та женщина, кстати, приобретала какой-то крем из масс-маркета, просто в таких вот сеть магазинов Ева, Простор, в таких вот. И она, честно говоря, и вот именно этот очень понравился, намного больше. И она была именно рада этому подарку, который моя знакомая ей подарила. Была отличная цена на вот такой детский спрейчик. 200 мл всего лишь за 35 гривен. Это отличная цена, так как в среднем 45-55 стоит. Просто великолепно. Пользуются, кстати, не только детки, а и мамы, у кого длинные волосы непослушные. То есть это, можно сказать, для всей семьи, и для мамы, и для дочки подойдет манго. И еще есть в этой серии веселое яблочко. Так что рекомендуем. Супер цена была на шампуни. Но именно с абрикосом и маслом ши всего лишь шел за 60 гривен. Просто великолепно. Я считаю, он идет для сухих и поврежденных волос. Увлажняет, восстанавливает волосы, делает шелковистыми, менее ломкими. У меня, кстати, из этой серии с маслом ши есть спрей для, ну, такой бальзам-спрей. Я показывала в предыдущих видео, что я заказывала из этой серии спрейчик и крапива и лопух. Вот, можно сказать, понравился. Не идеальный, конечно, для моих волос. Вот, но для тех, у кого действительно поврежденные, будет просто must-have. Также заказала себе вот такую вот кисточку. Еще не открывала. Это двухсторонняя. Тут идет для прорисовки. И тут как щеточка. Цена была 60
5 гривен. Вот, ну, протестирую и напишу потом под видео, кому будет интересно, почитайте мой отзыв. Был вот такой вот наборчик Avon Man, 75 миллилитров туалетная вода и шампунь и гель для душа, 2 в 1, тоже парфюмированная серия, 250 миллилитров, с таким же ароматом, как водичка. В нотах, как я помню, это яблоко, мох и амбра, да-да-да, яблоко, еще и мята. Аромат неукротимой мужественности, перед которым невозможно устоять. Дразнящие ноты водной мяты, пробуждающие чувства, прикосновение нот соблазнительного яблока и аккорды мха и амбры, дарящие аромату стойкость. Я знаю, что эту водичку нравится, конечно, есть канал у Ани на YouTube, Валерьяна ее называется канал. Так что, ну, я хотела, конечно, предложить эту воду, но клиентка сама решила ее взять, так как была парфюмированная такая ароматизированная страничка, и все-таки она решила этот наборчик заказать. Я еще заказала себе вот такой наборчик из 3 мини-версий по 1,5 миллилитра. Это новые ароматы. Артистик серия, магнолия, ирис и пачули. Я их буду тестировать. Сниму потом либо отдельное видео. Также есть вариант, что просто напишу под инфобоксом, ну, в инфобоксе под видео мой отзыв, либо опять же сниму отдельное видео. Еще не знаю, не хочу спешить с тестированием, нужно хорошо поносить один аромат и второй, и третий, соответственно, распробовать. И также, что мне пришло, сюрприз. Я заказывала его за 19,99. Вот такое средство. 3 в 1 для комбинированной жирной кожи. Нутроэффект 150 миллилитров. У меня такое было, конечно. В принципе, понравилось. Ну, конечно, под конец поднадоело. Хотя пишется, что 3 в 1. Но как скраб я его не понимаю. Как средство для умывания, да. Но как скраб, скраб ведь наносит на влажную очищенную кожу, эффекта нет. Как маска, да. Как очищение, да. А вот как скраб, нет. И, кстати, именно его вывели из каталогов. Средняя стоимость была 99,109. Один единственный раз на него была очень классная цена, 60 гривен за умывы предбаня, и все. А так вот 99,109. И почему-то именно его убрали, хотя он по своим качествам меня, ну, по качеству устраивал, деликатный. Ну, просто поднадоел, когда у меня такой был. Кстати, я сейчас посмотрю срок годности. Нормальный. Изготовлен 25 февраля 2019 года. Наверное, вы не увидите. Вот. Все. Спасибо вам большое за просмотр. Если понравилось видео, оцените его, пожалуйста. Напишите комментарий, какие ваши любимые продукты. Вот. Все. Всем спасибо. Пока-пока, до новых встреч!